Опрятный вид, наглаженные рубашки, строгие костюмы, бантики на волосах девочек и галстуки у мальчишек – вот так выглядели на церемонии посвящения в октябрята пионеры и в члены Белорусского союза молодежи – школьники Брещины. С особым волнением они ожидали кульминационного момента мероприятия – присвоения им нового статуса. И хотя они совсем юные, понимание ответственности, которое ложится на них, осознанное, тем более, что и решение стать октябренком либо пионером принимали самостоятельно. Я скоро стану октябренком. Мне никто не советовал, мне самой захотелось, потому что это как бы для меня очень важно. Я потому что хочу жить дружно и в коллективе. Я хочу стать октябренком, потому что октябрята – это культурные дети, потому что я хочу в разных конкурсах участвовать, все время куда-то ездить. Беларусь – одна из первых стран СНГ вернулась к таким общественным организациям, как Союз октябрят, пионеров, молодежи. Ведь, как показывает опыт объединения молодых людей в сообщество, дают хороший результат. Нельзя отрицать все старое, нужно извлекать из него самые лучшие моменты. Доказательство тому такие проекты, как волонтерство, раньше именуемое Тимуровским движением, пионерские агитбригады, популярные у подростков направление чирлидинг и многие другие. Благодаря этому ребята получают опыт общения в коллективе и воспитывают в себе командный дух – учатся быть патриотами на деле, а не на словах, расширяют знания об истории своей страны. Сегодня в Брестской крепости мы организуем торжественный прием ребят в детские общественные организации, а это в октябрята и в пионеры, Белорусскую республиканскую пионерскую организацию и Белорусский республиканский союз молодежи. Сегодня очень важное мероприятие. Нам приятно здесь всем находиться, тем более это воспоминание о моем детстве. Вот, о моей юности. Я была и октябренком, и пионером, и комсомольцем. Жили мы очень тогда интересно, увлекательно. Были смотры строю и песни, и танцы. И вот сегодня, я думаю, что для наших деток тоже важно стать октябрятами. Посвящение в октябряты, пионеры и в члены Белорусского республиканского союза молодежи, состоявшееся в Бресте, доказательство того, что интерес к общественной жизни у детей даже самого юного возраста немал. Стало на 1300 октябрят больше в Брестской области, на 400 пионеров и 50 БРСМовцев. В целом вовлечены и выше названные организации порядка 90% школьников нашего края. Для многих из них толчком к серьезному решению стал пример своих друзей. Сегодня посещаем, как бы пришли рассказывать стихи, ну, на этот праздник. Пионером быть, это, ну, как сказать, во-первых, хорошо очень, это помогаешь людям, также там жертвуешь что-нибудь, чем-нибудь там. Очень важно сохранить эту преемственность, сохранить эти традиции именно молодежных организаций, где ребята углубленно изучают историю, где ребята познают основы патриотизма, основы, значит, нашей гражданственности. Им непосредственно вот на уроках, в школах, на внеклассной работе они уделяют внимание именно общественной работе. То есть они проводят мероприятия, они посещают ветеранов. Молодежь всегда впереди планеты всей. Это было, это есть и должно быть. Новые идеи, замыслы, которые находят воплощение в современной жизни, исходят от молодых людей, которые мыслят по-новому. Они продвинутые и креативные, амбициозные и мобильные. Они могут все и хотят это делать. А реализовать свои планы можно во многих случаях, лишь сообща, командой. И по своей сути сегодняшней молодежной организации и есть большая команда творческих личностей, которые с уверенностью смотрят в будущее.